Вот так вот выглядят пляжи района Оба сейчас. Печально, как... Все как печально, друзья. Сегодня ждал я солнца. И в Конаклы ждал, и на пляже Клеопатры ждал. Но я сказал, что, возможно, оно еще выйдет до заката. Пряталось оно там упорно за тучками. 16:20 время. И солнышко все-таки, вот оно сейчас на ваших глазах очередной раз выходит. Оно все же появилось. И это радует, конечно. Вау, как сразу. И теплее сразу, и цвета, и краски ярче. Очень много людей по берегу, и рыбаков, и просто людей. Ну и вы видите. Как на Клеопатре еще пока все стоит, и кафешки даже работают. А здесь вот у нас все посносили уже, и будем ждать.